наша любимая программа. И в нашей студии звучат песни, которые с весенним солнцем согревают наши сердца и проникают в самую душу. И продолжает наш вечер наш самый юный участник. Сегодня ему 15 лет. Он приехал из Казахстана, друзья. Нурмухамед Джакып с песней «Самое-самое». Настоящая суперзвезда в Казахстане. Все хит-парады, тысячи поклонниц. Мы виделись 3 года назад, да? Да, да, 3 года назад. Ты так подтянулся, повзрослел, возмужал. Нет, давай просто покажем, как ты выглядел 3 года назад, чтобы все понимали. Давайте. Внимание.
чтобы ты понимал, вот песни «Самое-самое» — это просто мегахит. Сейчас все в ТикТоке пересылают. Да, я уже сняла рилс. Да, все это сейчас, ты не понимаешь. В Казахстане тоже? Да, в Казахстане тоже. Ничего в ТикТоке не понимаю вообще, да. Мне очень стыдно, но да, ну вот так, как есть. Ты в ТикТоке, Кирилл? Я на пути. В дороге! Давай пять. Тут все собрались на тебя, да? Понятно, я хоть призналась. Издалека идешь, как ноги. Скажи, а ты сам пишешь? Нет, разные авторы помогают мне. А эту песню кто написал? Эту песню написал мой брат. Брат? А, брат, близкий. Брат, вот как, близкий. А ты не будешь против, если я ее тоже спою? Нет, я получу первое авторское разрешение. Просто, понимаешь, я дома хожу, напеваю, она у меня на языке. Это уже другая передача.